специально для группы vk.com/onlinegamer. Всем привет, меня зовут Максим, и мы продолжаем проходить игру GTA 5. Итак, у нас мы сейчас в роли Франклина. Выполнили миссию Лестера, убили какую-то важную шишку. И получили за это денег. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, you know, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Итак, по словам Лестера, у нас теперь есть новый дом. Да, мы приехали в новый дом. Где он, хотим знать. И какой он, как он выглядит. Действие игрока влияет на цену акций компании. Воспользуйтесь изменениями в акциях, чтобы заработать дополнительные средства. На этим надо чуть позже поиграться. Но сначала я бы хотел до дому. До нового дому. Вайнвуд Хиллс. Рядом с Майклом, значит, теперь жить будем. Майкл там же живет. Что-то случилось, что-то случилось. А, машина, черт, я вышел из машины. Я еду. Давай попробуем догнать. Сейчас все будет, друг. Ух ты ж, как проехал-то я, молодец. Так, перезаряжай, Франклин. Кто в меня так попал сейчас? А, они тоже стреляют. Я думаю, надо двери расстрелять. Ох, ты ж... Ты-то кто, мать твою? Так, выходим. И разбираемся с ребятами. Отлично. Деньги забрали, 2000. Если вы нашли, поставить ее себе или вернуть в награду. А как? Я хочу вернуть. Сейчас к тому чуваку вернемся, синему. Вернем денег. $2000. Не пробили мне колесо, уроды. Надо будет в Лос-Сантос Кастомс, но чуть позже. Сначала отдать денег человеку. Мою машинку повредили, козлы. Чё тут такой затор, я не могу понять. Чё это люди на встречку начали выезжать? Мужик. My good deed for today. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. 200. Значит, 200 баксов ты мне оставил. Вот на лечение этих ран и на шины не хватит на ремонт. Вот посмотрим сейчас. Едем домой. Посмотрим на наш домишко. Наконец-таки уже точно сейчас доеду. Их не будет. Неурядец. Ну, я думаю, по крайней мере, ничего не будет плохого. И наш дом-то все. Далеко-далеко. Вау, на холмах. Ну, Вайнвуд Хилл, да. Все на холмах. Лестер, конечно, мировой человек. Где-то примерно здесь нужен поворот. Нет, на следующем надо было. Ну ладно, сейчас здесь проедемся. Так он и Чопа, что ли, туда перевел? Нормально, да? Чоп тоже переехал. Извини, Ламар. Но Чоп съехал. Очень далеко от тебя.
Очуметь, это наш дом? С машиной, с мотоциклом. Гараж уже поболее. Новый дом Франклина, здесь можно сохранять транспортные средства, паркуй в гараже. Это мы все понимаем. Дайте хоть на дом взглянуть. Ставим эту машинку, нам ее чинить еще. Давайте пройдем внутрь, убери оружие. Вот это да! Ха-ха-ха-ха! Вот это домишко! Тетя приедет, если сюда увидит внизу бассейн. Лужайка, все что надо. Куча, надо здесь тусовки устраивать. Даже есть... Как же это называется, эта штука? Телескоп. 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 Как-то так. Ладно, классно, классно. Обязательно нужно Лестера отблагодарить. Но сейчас нам нужно ехать в Лос-Сантос Кастомс, найти ближайший сюда. Это у нас вот он. Починим тачечку, привезем обратно и переключимся на Майкла. Потому что у нас тут таких явных миссий нету. Видно Тревора там, Лестера опять задание убить кого-нибудь, 100% я уверен. То есть пока что можно с этим повременить. Деньги у нас есть, дом у нас есть, машина хорошая есть. Хотя может бросить эту тачку, пофиг на нее сразу же. На Майкла переключиться. Ну, хотя бы починим, а потом уже переключимся на Майкла. Тут всего-то 700 метров осталось. Так, на встречку выехали. Я даже этого не заметил. Бам! Все равно ремонт. Можно и побольше разбить. Хотя одна покрышка будет чего стоить. Осталось совсем чуть-чуть. Здесь у нас кастомс, да, сюда. Открывай ворота. О, поехали. Да, сам посмотри, что происходит, произошло с моей машиной. Ремонт $500, 450 точнее. Ну, неплохо. Да, я думаю, эту машину не стоит как-то улучшать. Сейчас мы все равно за Майкла переключимся. Оставим его здесь. Майкл. И ночью другая, как видите, загрузка, да? То есть днем там, типа, день. Ну, как соответствие хоть какое-то есть. И на этот раз что-то быстрее загружается. Загрузка между героями. Майкл у нас... Все, у него травма, да. Ты чего творишь? Все нормально? Ребят, все окей? Трейси. Baby, you called? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you, but you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Что-то не догоняю. О чем? Говорит Трейси. Помощь. Нам нужна помощь. А не значит ли это, что нам пора съездить к психиатру, к нашему? Примет ли он нас в столь поздний час? Папа мне до сих пор не отточил, это слишком еще и переезд добавок взял твою верну, когда встану на ноги, Джизел. Окей, забирай все, что хочешь. Время 12 ночи. Примет нас. Мозга прав или нет? Давайте узнаем. Если не примет, то уже тогда к Дэйву в бюро поедем. Если же примет, то
после этого в бюро поедем. Может, он хоть чуточку нам поможет с нашими припадками жестокости и агрессии. Живет в неплохом райончике, скажи. А, мы же здесь были, да, получается, в самом начале. От него как раз таки возвращались. Вроде должен принять. Well, you've made it in the end. Yeah. Please, take a seat. Hey, you mind if I don't, Doc? No. Do as you like. Yeah, thanks. Oh, man. Man. Man! You know what? Look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. As you wish, Michael. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies, or by people who wish to judge others. It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. God. No, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, you know, started again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you? Turned things over? Well, no. I mean, you know, not really. But that's not the point. I mean, I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. There's been a radical shift in my fortunes, Doc. And I may have been a fat, miserable slob on a sun lounger. But at least that was my choice. You know? I mean, I made a mistake. A monumental mistake. A series of monumental mistakes. The house, stock market scam, jewelry store. And now, I'm playing gun thug for the FIB. Just to pass the time, you know, till Trevor figures out if he wants to kill me. Maybe my whole family. Out of control, no choice. These are things you tell yourself to justify your behaviors. Hmm. Anything else you want to tell me? Yeah, I mean, I've had good days, Doc, but mostly they've just been really bad days. I've been doing really bad things, you know, hurting people. You're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. I just don't like myself very much, Doc. That's the truth. Hmm. What about your sexual problems, Michael? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means that's about all we have time for. I really want you to work on yourself. Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, brother, we're all rowing together. Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah, okay.
Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay? $1000. Вы знаете, мне кажется, что он просто высасывает из меня деньги, но ходить я к нему не перестану. Это факт. Сейчас мы поедем к Дэйву. Может быть, он нам чего нового расскажет. Его босс что-нибудь нам нового покажет. Вообще мы что-нибудь новенькое узнаем. О себе, о ситуации, о Треворе, что же делать с Тревором. Поэтому как можно быстрее мы сейчас отправимся к бюро, где нас, где ждет Дэйв, его босс, как он его называет. Нормально, я не видел, что ли? На карту загляделся. И все. А, машина сломана. Колесо правое не едет. По-моему, правое, да? А правое теперь колесо не едет. Я вынужден забрать у кого-нибудь машину. Да едь дальше, едь. Все. Парень, извини, мне нужна твоя машина. Я только что от психиатра, мне можно. Срыв, как он сказал, срыв это небольшой шаг к выздоровлению. Так что я выздоравливаю. Сюда, да? Правильно. Ну, эта машина призвее будет. А машина все равно не моя, не знаю вообще, откуда она взялась. И отвезут, походу, на штрафстоянку, придется за нее платить. Ну, ничего страшного. Денег у нас. Как говорится, хоть задницей ешь. Правильно поехал? Нет, мне наверх. Черт. Давайте вернемся обратно. Поднимемся по дороге наверх. Go to hell. Сам go to hell. Погоди, погоди, чувак, все, можешь ехать. Извини. Немножко не в ладах с правилами дорожного движения. В реальной жизни тоже. Так. Паркуемся здесь. Аккуратнее едь. И встали что-то. На меня смотреть. FIB, вот в чем прикол-то. Я думал, ФРБ неправильный перевод. ФБР же. А тут не FBI, а FIB. Идите к Дэйву. Где у нас Дэйв? А вон, сидит с двумя... мужиками какими-то, видимо, нас ждут. Точнее, меня. А точнее, Майкла. Hey, Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant! Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh! I love it! I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. They should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me? Genius. You got it, pal. Who
We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this, and that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Come on. С кем ты связался, дебил? The Bureau owns a lot out in East LS. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off-the-books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. No, he's опять я буду вести? Прикалываетесь, что ли? Tell me, Davey, you expense this ride to the taxpayer? I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Michael, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Oh, just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great! And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the F5B. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. Now, I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Maybe I'll hang back. Yeah, that might be a good idea. Интересная заварушка на самом деле. Даже очень. You know what? You better keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you! Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin, come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What, am I detecting some sort of, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. The government gimp at last. Bite me. Let's go. All right,
let's do this thing. We need to go to the agency headquarters downtown. Нам нельзя переключиться, да? Ну, управлять вертолетом, скажу вам, не самое легкое занятие в этой игре. Поэтому не смотрите на то, как я управляюсь вертолетом. Это будет очень страшно. Да, выше, выше, выше. You can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I ain't exactly sure it's gonna be amusing. We'll see. You know, you had me at suicide pact. I'm going in on the west side of the tower. Get us in position, I'll drop. Так, нам сюда, да? Немножко дальше. Немножко дальше, давай. А, к стене нужно, да? Все, понял. Понял тебя, Майкл. Сейчас развернусь. Подожди, чуть-чуть. Спуститесь по тросу, как на офисе управления. Меня могут запалить, по идее. Надо смотреть, где есть люди и перепрыгивать. И насколько низко мне нужно идти? А, вот, все. Grab his other arm. No. You think you're impenetrable? No. See how you feel when this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, fuck the lube. Let's dry dock him. The world thinks you're dead, genius. Soon you'll be wishing you were. What the fuck is this? Terminate him! Close this problem right now! Yeah, I can use a little backup here. Get me the station, chief! Берите Франклина, окей. 36 flow. I got it. K is high value. Prejudice. Hey, all out! No. Да господи! Hold on! Where's the second shooter? Come on, man! Don't shoot me! Room's clear, T! Hit the witch! Get us out! This is unacceptable! Now! За Майкла сейчас, да? Don't drop me! T, we need to be clear of this building! This guy's shooting at you, Mikey! That's unfinished business! Clean it up! We'll move on! You damn softy! That's it! Get us out of here! Roger that! Whoa! Looks like we've attracted the attention of their air unit. You got a bogey coming at you, Franklin! Shit! Да ты прикалываешься? Пускай они остановятся, чтобы я по ним попал. Все, минус один. Где второй? Так, еще один появился. Sit back and enjoy the ride. So long,
сейчас потом. Affirmative, squadron leader. Hey, Frank, they ain't got their eyes in the sky. You can clear out of there. Who are you people? That doesn't matter. They said they were government. I do home theater. I'm not a... I don't care who you are. Then why are you doing this to me? Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Thank you. Don't mention it. The Bureau, the FIB, they will make everything okay? I'm sure. Don't worry. They'll look after you. The things those people did to me. I'm an American citizen. Yeah, well, that don't seem to matter too much. И правда. Так, ладно, пускай Тревор сам долетит уже. Не хочу вести вертолет. Сам сядет. Это очень сложная операция. Сажай, иди, давай, ты же у нас супер летчик. Ты рассказывал себе историю Уэйду. Так, нас ждет агент, может пристрелить его? Весело вам, да? Я бы всех их порастрелял, чертовы матери. Where are we? You go easy on him. Thank you. Oh my, you saved me. Hey, no. Hey, I said easy. Oh, come on, give the guy a break. I will get out of this shit. Ha ha! In bed with the Bureau. And a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Hmm. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Все, Тревор свалил. Как говорится, mission accomplished. Или еще нет. Это уже точно. Плохо со временем, плохо выстрел в голову, точность 25%, все плохо. Да. Тихо-тихо. Думаю, на этом мы пока закончим. С вами, друзья, с вами был Максим. И это видео специально для группы vk.com/onlinegamer.